Начало марта в Кронштадте было холодным, но в воздухе уже чувствовалась весна. Дети в этот день гуляли по всему городу. Занятия в школах отменили ввиду военного положения. В остальном жизнь, как казалось, идет своим чередом. Но так только казалось. В октябре 1917 года в России произошла революция. К власти после длительной борьбы пришли большевики во главе с Лениным. Движущей силой революции и главной опорой нового правительства стали балтийские матросы, которые верили, что проливают кровь за самое справедливое в мире государство. Верил в это и матрос Кронштадта Степан Петриченко. На сторону большевиков перешел и бывший царский генерал Александр Козловский, который стал начальником кронштадтской артиллерии. В 1921 году Кронштадт был одной из самых мощных морских крепостей мира и самым безопасным местом в России. А между тем ситуация в стране накалилась до предела. В селах действовали вооруженные отряды большевиков, которые отбирали у крестьян практически все продовольствие на нужды армии и городского населения. В ответ на это в деревнях вспыхивали крестьянские бунты, в городах забастовки. Матросы, которым удалось побывать в отпуске на родине, увидели, что большевики не сделали жизнь крестьян и рабочих лучше, а принесли лишь страдания и смерть. В крепости Кронштадт, которая еще недавно служила опорой для новой власти, начались выступления против политики большевиков. Ленин и Троцкий, руководители советского государства, понимали, если мятеж из Кронштадта перекинется на Петроград, власть в стране может поменяться. Операция по подавлению бунта была поручена командарму Тухачевскому. Из петроградских газет начальник артиллерии Кронштадта Александр Козловский узнал, что он объявлен главой мятежа, а сам мятеж назван белогвардейским. Доказывать свою невиновность большевикам не имело никакого смысла. У Козловского оставался единственный шанс спасти семью и себя, возглавить мятеж и победить. Как же освещено было это восстание коммунистами? В московском радио 3 марта прямо говорится о белом заговоре и мятеже бывшего генерала Козловского и корабля «Петропавловск», подготовленного агентами и шпионами Антанты. Затем в «Красной газете» и «Правде» писалось, что более или менее видные деятели восстания произведены в чины, в буржуй и наделены имениями. Газеты клеймили их уголовным прошлым и так далее. Говорилось, что в Кронштадт пробрались французские агенты и посредством золота развращали кронштадтцев. И говорилось всякая другая ложь. Все это широко оповещалось гарнизону и населению Кронштадта, что лишь вызывало общее негодование против наглости коммунистов. В числе заложников, арестованных по приказу Тухачевского, была семья Козловского. Из протокола допроса Козловского Николая, сына бывшего генерала. «Мой отец принадлежит к числу тех людей, которым гораздо дороже семья, чем личная слава и карьера. И в данное время, если бы я сказал ему лично, что мы, семейство, главным образом мать и сестра, подвергаемся опасности, он согласился бы отдать себя в руки Петроградского военного совета. Больше показать ничего не могу. Протокол написан с моих слов правильно, за что несу ответственность». Письмо в президиум Следственной комиссии от Натальи Козловской. «Очень, очень прошу президиум настоять на скорейшем пересмотре моего дела. И если будет признано возможным, выпустить нас, не медлить с этим, так как в мои годы здоровье не восстанавливается, а я еще могу быть полезной государству. Затем убедительно прошу во имя гуманности,
который является одним из лозунгов борцов за свободу, перевести нас с дочерью в камеру номер 37, которую теперь занимает мой сын. В ней окно, и она немного шире. И затем разрешить моей дочери получить обратно учебник истории. Ей необходимо подготовиться, так как она по этому предмету отстает. Телефон в петроградской квартире все не отвечал. Но теперь, после газетной статьи, Козловский догадывался, куда именно пропали его родные. Он хорошо знал о методах большевиков. Политика, которой Александр Николаевич всегда сторонился, сама вторглась в его жизнь. На третий день восстания в Кронштадте был создан штаб обороны. На первом же заседании с докладом выступил Козловский. Не веря в гуманность большевиков, он полагал, выжидательная позиция непременно приведет к поражению крепости, поэтому нужно брать инициативу в свои руки. Козловский понимал, если восставшие ограничатся защитой Кронштадта, ему вряд ли удастся вытащить семью из большевистских застенков. Так что, когда речь зашла о плане обороны, он снова вышел на трибуну. Начальник крепостной артиллерии поразил собравшихся матросов своей решимостью. Как опытный военный, он предложил конкретный план действий. Высадить десант в Ораниенбауме, захватить вокзал и боевую технику. Установить контакт со всеми подразделениями, которые разделяют взгляды восставших. Не дожидаясь, пока большевики соберут верные им войска, двинуться на Петроград. Нейтрализовав петроградский военный гарнизон, решительно взять власть в городе. Вопреки ожиданиям Козловского, Степан Петриченко, возглавлявший революционный комитет в Кронштадте, с его планом не согласился. Он считал, что вооруженное восстание – это метод большевиков. Революционному комитету власть не нужна. Власть должна перейти в руки народа. Новая революция будет бескровной. Так Петриченко и заявил. Решено было придерживаться текста недавней матросской резолюции. Она призывала к перевыборам органов власти, а не к силовому ее захвату. В Кронштадте считали, если рабочие Петрограда увидят, что власть не на словах, а на деле может принадлежать народу, тогда они поддержат матросов. А потом к ним присоединится и Москва. Узурпаторам-большевикам не останется другого выхода, как покаяться в своих преступлениях и добровольно уйти. Петриченко, убежденный анархист, считал, что за ним правда, а против правды все бессильно. Козловский с грустью слушал речь матроса. Опыт подсказывал ему, благие намерения ведут в ад. Но пока в Кронштадте сохранялся порядок. За три дня, что прошли с начала восстания, не было выпущено ни одного патрона. Улицы были оживлены. Учреждения работали без перебоев. В городских лавках толпился народ. Здесь выдавали пайки. В них были и хлеб, и масло, и спички. Революционный комитет Кронштадта уравнял пайки для всех. И для жителей города, и для экипажей кораблей. А дети получили больше молока и мяса. Революционным комитетом было послано радио к пролетариям всех стран, в котором опровергалась наглая ложь коммунистов и заявлялось всему миру, что нами руководят не белогвардейские генералы, а мы сами, и что никакой Финляндии мы не продались, и переговоров о военной поддержке ни с кем не вели, и что Кронштадт решил бороться до конца. Горожане, до того несколько напуганные возможными боями в городе, успокоились и доверились матросам. Но в революционном комитете хорошо понимали, что спокойствие в городе, как и запас продовольствия, в любом случае скоро иссякнут. Из агентурных донесений в Смольный. В Кронштадте хлеба нет. Галет хватит на 2 дня. Мяса на 6-7 дней. На Севастополе угля нет. На Петропавловске 300 тонн. Сжигается до 40 тонн в день. Запасов топлива нет. Активных действий против Петрограда не предполагается. Сдача Кронштадта может произойти через 2-3 дня. В Кремле это донесение получили вместе с записью радиообращения моряков Кронштадта к мировому сообществу. Восставшие просили помочь с продовольствием.
Российская эмиграция активно собирала за границей деньги и продовольствие для Кронштадта. Около 2 миллионов эмигрантов, в том числе несколько десятков тысяч военных, внимательно следили за событиями в крепости. Надеялись на возвращение монархии. Даже стоимость российских дореволюционных ценных бумаг подскочила. Из Финляндии в крепость прибыли представители Международного Красного Креста. Доставили в Кронштадт гуманитарную помощь. Причем, скорее всего, доставили контрабандно. И впоследствии этим продовольствием воспользовались большевики, а не восставшие. И хотя помощь пришла уже после начала восстания, для власти она стала козырем. Иностранная активность подтверждала официальную версию о том, что кронштадтский мятеж был организован за рубежом. В Петрограде готовились к силовому подавлению повстанцев. Гарнизон города был слаб для штурма такой крепости, как Кронштадт. Поэтому уже 3 марта на пригородные вокзалы Петрограда начали прибывать эшелоны с войсками. У коммунистических властей были все основания торопиться. Как раз в это время пришли тревожные известия из Финляндии. Всего полгода назад закончилась Первая советско-финская война. Фактически Финляндия в этой войне победила. России пришлось уступить ей ряд территорий. Но конфликт исчерпан не был. Советское руководство отдавало себе отчет. Новой войны не избежать, рано или поздно. 9 марта 1921 года финское правительство ушло в отставку. И, по слухам, силы, которые пытаются взять власть в стране, намерены наступать на советскую Россию. Если эти слухи окажутся правдой, то мятежный Кронштадт наверняка будет использован финнами как главный плацдарм для наступления. Тем не менее, позиция Финляндии была однозначна – никакой помощи кронштадтскому мятежу. Но даже если так, в советском правительстве были не намерены ждать, когда обессиленный продовольственной блокадой Кронштадт поднимет белый флаг. Больше всего в правительстве боялись того, что Кронштадт высадит десанты в пригородах Петрограда, а матросы появятся в самом городе. В этом случае следовало ожидать общего восстания, которое быстро перекинется на другие города. Именно так произошло в 1917-м. Только тогда матросы были на стороне большевиков. Уже через 2 дня в Москве должен был начаться 10-й съезд партии большевиков. И до его открытия Ленин хотел показательно покарать бунтовщиков. Троцкий отправил в Смольный шифровку. Кронштадтом можно овладеть только до оттепели. Как только залив станет свободным для плавания, установится связь Кронштадта с заграницей. В то же время остров станет недоступным для нас. Нужно во что бы то ни стало ликвидировать Кронштадт в течение ближайших дней. Троцкий. Вскоре к Петрограду были стянуты силы, из которых Тухачевскому предстояло сформировать новый состав 7-й армии и двинуть ее на остров Котлин. Прибыв в Смольный, командарм немедленно затребовал всю документацию по крепости и дал телеграфно-почтовому отделу 10 минут на сборы. Тухачевскому было нужно, чтобы рядом с ним находились опытные связисты. Операция начиналась. Из обращения командования Красной Армии. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Необходимо подготовить все для разгрома мятежа вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Председатель Революционного военного совета Республики Троцкий, командарм Тухачевский. 5 марта, Петроград. В Кронштадт поступил ультиматум. Крепость должна капитулировать в 48 часов. Немедленно собрали представителей от кораблей, фортов и предприятий Кронштадта. Обошлось без споров. Собрание закончилось под лозунгом «Победить или умереть». Начальник артиллерии крепости Козловский жалел о том, что его предложение о наступлении на Петроград не было принято, ведь у обороняющихся всегда меньше шансов. Рано утром над городом летал аэроплан и разбрасывал листовки. Крупными буквами на них был заголовок «Достукались».
А дальше текст о том, что город окружен войсками Красной Армии. И теперь кронштадтцев заморят голодом. Но сдаваться матросы не собирались. Все догадывались, что в этом случае с ними, как способниками выдуманных белогвардейских мятежников, жестоко расправятся. К тому же накануне перебежчики рассказали, что в Петрограде снова урезали пайки и забастовал крупнейший в городе кирпичный завод. Многие верили, что рабочие поддержат восстание. Ясный солнечный день. В Кронштадте было сильное оживление благодаря хорошей погоде. Дети вышли на улицу, где играли целый день. Невозможно было подумать, что Кронштадт осажден, и что в любой момент на город могут обрушиться снаряды, которые никого не пощадят. Звуки выстрелов продолжали раздаваться в вечернем воздухе. Население проявляло больше любопытства, нежели страха. Несмотря на запрещение, население старалось проникать к берегу и гавани, чтобы видеть стрельбу со стороны противника, и посылало проклятия убийцам, палачам-коммунистам. Коммунисты, находившиеся в Кронштадте и пользовавшиеся свободой, также стали негодовать против такого поступка и присоединялись к активной борьбе против своих же коммунистов. Нужно отметить, что многие из них проявили героизм и самоотверженность в борьбе. Итак, грянул первый выстрел. Первые снаряды упали на город около 7 часов вечера. Революционный комитет тут же объявил общую тревогу. Козловский прибежал на командный пункт, и уже через несколько минут после первых взрывов по его приказу открыли огонь тяжелые орудия крепости. Большевики обстрел тут же прекратили. Редкая перестрелка продолжалась до ночи. В крепости выставили усиленные дозоры. Почти никто не спал. Все ждали штурма. На следующее утро в 12 часов в Москве открывалось первое заседание 10-го съезда партии. На открытии Ленин сделал заявление по поводу кронштадтских событий. «Это восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы. В этом сомнения быть не может». В штабе Тухачевского приказ о начале операции получили заранее. Еще с ночи все было готово к штурму крепости. На рассвете войска Тухачевского начали наступление. Но попытка ворваться в город была быстро отбита. Одновременно ряды красноармейцев атаковали 1-й и 2-й южные форты. И там тоже артиллерийские залпы и пулеметный огонь остановили наступавших. От Кронштадта до ближайшего берега около 7 километров. С маяка очень хорошо было видно, как колонны наступающих разворачиваются и уходят, даже не приближаясь к крепости на расстоянии прицельного огня. Первая попытка штурма была отбита. Потеряв более 800 человек, большевистские части отступили. И уже к 12 часам дня, как раз к тому моменту, когда Ленин выступал на партийном съезде, попытки атаковать крепость были прекращены. Еще одной проваленной операции Тухачевскому могли не простить. Командарм закрылся в своем кабинете. Он убедился, такую крупную крепость невозможно взять наскоком, имея в распоряжении меньшие силы, чем у обороняющихся. Выход был один — продолжить блокаду крепости и за несколько дней собрать артиллерию, способную противостоять кронштадтской. После того, как Кронштадт отбил штурм, в городе царило воодушевление. Защитники крепости ликовали. Радио линкора «Петропавловск» транслировало в эфир новое воззвание Революционного комитета. «Пусть трудящиеся всего мира знают, что мы, защитники советской власти,
победим или погибнем под развалинами Кронштадта, сражаясь за дело трудящихся. Кровь невинных прольется на головы коммунистических фанатиков, опьяненных властью. Да здравствует власть Советов! На фоне последних событий моряки Кронштадта в массовом порядке стали писать заявление о выходе из Компартии. В городе спокойно. Население настолько свыклось со стрельбой, что все свободно ходили по городу, и город, казалось, имел праздничный вид. Дети по Советской улице и Ленинскому проспекту играли в войну, бросаясь снежками. На панелях улиц гражданами добровольно производилась уборка льда и снега. Ревком по радио обратился к журналистам всех стран с предложением прибыть в Кронштадт, чтобы убедиться, за что борются кронштадтцы. Победа принесла восставшим новые надежды. Но особенно она взволновала матросов с тех кораблей Балтийского флота, которые стояли на рейде в самом Петрограде. Матросы всегда были друг за друга горой. И теперь петроградские моряки чувствовали, что приходит время встать на сторону Кронштадта. Стрельба была слышна в Петрограде. Это давало хорошую почву для домыслов. По городу стремительно ползли слухи о том, что же на самом деле происходит на острове. Опасность того, что бунт в любой момент может перекинуться на Петроград, резко возросла. А этого нельзя было допустить ни в коем случае. Поэтому о боях в Кронштадте 8 марта не было написано ни в одной газете. Документы, связанные с этой операцией, было приказано уничтожить. Вскоре после провала первой попытки штурмовать крепость, Тухачевский продиктовал приказ о немедленном выдворении из Петрограда всех матросов. Под разными предлогами экипажи кораблей из Петроградской гавани были собраны на вокзалах города. Матросов разоружили, рассадили по эшелонам и отправили к новым местам службы. Один эшелон ушел в Сибирь, другой — к Черному морю. Моряков распределяли как можно дальше от Петрограда. Кронштадтские матросы оставались без поддержки. Эта операция была проведена молниеносно. В руководстве страны быстро поняли, что присутствие в городе матросов не лучшим образом будет влиять на красноармейцев, которые и так не хотели воевать со своими. После первого штурма крепости госпиталь в Кронштадте был заполнен ранеными красноармейцами. Большая часть ранений была в спину. Огромное открытое пространство Финского залива простреливалось вдоль и поперек. Бойцы армии Тухачевского бежали по льду навстречу огню корабельных орудий Кронштадта. А когда не выдерживали и пытались отступать, специальные отряды коммунистов встречали их сзади пулеметным огнем. Красноармейцы были вынуждены продолжать наступление. Несмотря на такие жесткие меры, перебежчиков все равно было много. Сумевших пробраться в крепость после штурма было около 1500 человек. Во время штурма на сторону Кронштадта перешел целый батальон бойцов-красноармейцев, и в полном составе сдались две роты. Их разоружали, кормили и отправляли на допрос. Петриченко приказал допрашивать каждого, чтобы выявить возможных провокаторов. Полкам внушали, что они идут против кучки золотопогонников, которая захватила Кронштадт и арестовала всех матросов. И что в Кронштадте уже имеются финские солдаты, которых позвали золотопогонники. Чтобы убедить солдат еще больше, они одевали своих коммунистов в офицерскую форму, надевали погоны и аксельбанты и проводили по войскам, указывая, что этот вот золотопогонник из Кронштадта попал к ним в плен и что вот против кого вы идете бороться. Одевали своих коммунистов также и в финскую форму. Их также проводили по войскам с теми же словами. Поговаривали, например, что матросы и красноармейцы давно покинули Кронштадт и ушли в Финляндию,
а осталась лишь кучка офицеров, с которыми легко справиться. Говорили, что тут материк, а за этим полем стоит деревня, которую нужно взять, так как там засела шайка головорезов и производит резню населения. Эта грубая ложь сработала. Перебежчиков с каждым днем становилось все меньше. Многие поверили, что восстанием руководят белогвардейцы. Но главный перелом произошел 14 марта. В этот день на партийном съезде большевики приняли новую экономическую политику. Отменили продразверстку и разрешили крестьянам торговать. Новость разнеслась по стране. Бунт против власти потерял смысл. Кронштадту больше не приходилось рассчитывать на массовую поддержку. Не прошло и недели после первой попытки штурма, а защитники крепости готовились отражать уже новое нападение. Наблюдатели сообщили, что войска Тухачевского выдвигаются на боевые позиции. К новой атаке большевики готовились всерьез. За неделю Тухачевскому удалось мобилизовать целую армию. Только в этот раз наступление готовилось сразу по трем направлениям – с восточной, южной и западной стороны. Семикратного превосходства в артиллерии, которое планировал Тухачевский, добиться не удалось. Но у наступавших появились тяжелые орудия, способные нанести вред фортам и линкорам крепости. И пулеметных команд удалось собрать в несколько раз больше, чем у восставших. При подготовке ко второму штурму численность группы войск, направленных на подавление мятежа, уже составила около 24 тысяч штыков. 159 орудий, 433 пулемета. Воинские части Красной Армии были разделены на два оперативных соединения. Южная группа наступала на Кронштадт из района Ораниенбаума. Северная – по льду залива на участке от Сестрорецка до мыса Лисий Нос. Штурм должен был начаться завтра. Но неожиданно в Омской дивизии, как считалось одной из лучших, два полка объявили, что отказываются участвовать в операции. Зачинщики были расстреляны. Затем доложили о расстреле еще 41 красноармейца 237-го Минского полка. Приговоры еще по 33 солдатам Невельского полка должны были быть приведены в исполнение утром. Меры оказались действенными. Командиры доложили о готовности солдат идти в атаку. Но один день был уже потерян. Вечером Петриченко собрал штаб восстания. И хотя ничто еще не было предрешено, ситуация, по его словам, складывалась явно не в пользу Кронштадта. Силы большевиков значительно превосходили их собственные. На заседании приняли решение, которое было передано на корабли и предприятия города. Всем, кто опасался мести большевиков, предлагалось объединиться и перейти по льду залива на территорию Финляндии. Петриченко от имени Революционного комитета написал обращение к финскому руководству, в котором рассказал о происходящем в Кронштадте, и попросил принять людей на территории Финляндии в качестве интернированных, то есть практически военнопленных. Худшие опасения Козловского сбывались. Он не знал, что с его родными. Надежда на встречу с ними таяла на глазах. Но и сейчас он был готов сражаться до последнего. К 12 часам дня к назначенному времени для похорон жертв Третьей революции, невзирая на артиллерийский обстрел города, население и войсковые части, свободные от службы, стали стекаться на Якорную площадь и в Морской собор. После отпевания состоялся вынос 21 гроба, обитых красной материей, из собора. На похоронах присутствовало все население Кронштадта. Гробы были опущены в братскую могилу и засыпаны землей. Во время похорон продолжался усиленный обстрел города противником. Снаряды ложились совсем близко. Но народ сохранял удивительный порядок и спокойствие до конца. А когда похороны закончились и люди уже стали расходиться,
На крепость обрушился залп всех батарей Тухачевского. Началась артиллерийская подготовка к штурму. Радиограмма Временного революционного комитета Кронштадта Петроградскому совету. 16 марта Орененбаум начал обстреливать мирное население Кронштадта. Революционный комитет Кронштадта предупреждает Петроград. Если хотя бы еще один снаряд разорвется в городе, крепость снимает с себя ответственность за последствия и сумеет показать свою мощь в полной мере. 12-дюймовые орудия линкоров Кронштадта способны отправить тонну взрывчатки в любую точку в радиусе 25 километров. Но Тухачевский оставался спокоен. Завтрашняя операция должна быть молниеносной. План действий он разработал лично и был уверен, что Кронштадт не успеет выполнить свои угрозы. В воскресенье в половине пятого утра по льду залива в сторону крепости тихо и без выстрелов начали движение плотные колонны красноармейцев в маск-халатах. На этот раз, как только свет прожекторов из крепости достигал бойцов Тухачевского, они ложились на лед и дальше передвигались ползком, оставаясь незамеченными. Зато включенные прожектора служили для наступающих хорошим ориентиром. Так красноармейцы преодолели большую часть проволочных заграждений, окружавших все форты на расстоянии в несколько десятков метров от крепости. И только тогда их заметили наблюдатели. Встретить наступающих огнем на подходе к крепости, как в прошлый раз, уже не получилось. Огонь был открыт из всех орудий по всем направлениям. Колонны красноармейцев валились под градом пули осколков снарядов, но продолжали наступление. Прямо по льду под огнем на помощь атакующим красноармейцам переправляются части кавалерии и легкой артиллерии. Это больше похоже на самоубийство, чем на войсковую операцию. С каждым залпом колонны редеют. Пушки и лошади влекут людей на дно десятками и сотнями. Из сводки в Смольный. Связь с наступающими частями установить не удалось. Оперативную информацию получаем от летчиков и посыльных. По их данным, атака захлебнулась. Людские потери огромны. В некоторых частях до половины личного состава. Во втором полку сводной дивизии осталось в строю 18 человек. В штабе Тухачевского полное молчание. Ни одна из частей не отвечает. Все провода перебиты взрывами. Тухачевский приказал восстановить связь в течение часа. Найти обрывы проводов в этом хаосе среди огня вряд ли удастся. Но приказ командарма не обсуждается. Если получится наладить связь хоть с кем-то, это будет чудо. В штурме Кронштадта со стороны Красной Армии участвовала авиация. Разведчики и истребители времен Первой мировой войны. Ущерба от них почти не было. Несколько тонн сброшенных листовок не изменили настроение в городе. Но сработал другой эффект. Защитники крепости, в большинстве своем выходцы из крестьян, служившие в армии всего 2-3 года, никогда самолетов не видели. При появлении в небе ревущих машин матросы либо разбегались по трюмам, либо открывали беспорядочную стрельбу. От страха прицельно стрелять никто не мог. И за все дни не было сбито ни одного самолета. Практически не нанося урона мятежникам, самолеты все-таки сыграли свою роль в операции, подавляя боевой дух восставших. Через полчаса коннице большевиков удалось ворваться на улицы города в районе Петроградской пристани. Красноармейцы стали рубить всех встречных по дороге к центру. По приказу Козловского матросы развернули орудия. В это время в городе был настоящий ад. Непрерывно со всех сторон гремели пушки, треск пулеметов и ружейная стрельба. Пули свистали во всех направлениях. Создавалось впечатление какой-то неразберихи. На всех улицах и переулках шел ожесточенный бой.
Когда коммунисты рассыпались по городу и сбросили с себя белые халаты, разобраться было трудно, кто свой, а кто чужой. Потери противника были огромны. Бой здесь отличался особенным упорством и ожесточением с той и с другой стороны. Кроме кронштадтского гарнизона, в нем принимали участие рабочие, женщины и даже подростки. Раненых скопилось столько, что врачи и медсестры совсем сбились с ног. Но матросов среди них почти нет. Они бьются насмерть. На обводном канале, любимом месте прогулок горожан, несколько часов шел ожесточенный бой. Отряд матросов удерживал здесь целую дивизию. И в итоге все матросы погибли. У одной из северных батарей моряки сделали вид, что отступают. А потом вдруг развернулись и бросились на курсантов. Рукопашная схватка длилась 40 минут. Весь вал был усеян трупами. С линкора «Севастополь» заявили, что имеются лишь только 3 12-дюймовых снаряда. И больше стрелять нечем. Кроме того, много орудий вышло из строя. Поломались компрессоры, отбились кронштейны, а в некоторых пушках получились трещины. Погрузкой снарядов заниматься при таком положении было абсолютно невозможно. С Петропавловска поступили такие же заявления, как и с Севастополя. Большое неудобство для введения боя с кораблей представляла их стоянка, так как они стояли борт-оборт и могли стрелять только лишь один правым, другой левым бортом. Развести их было невозможно, так как на Севастополе угля не было совершенно, и он питался электрической энергией от Петропавловска. Кроме того, не было ледоколов, которые могли бы поломать лед для свободного прохода корабля. Рабочие стали отчаянно вести борьбу, что много облегчило гарнизон. Принимали участие женщины, которые с убитых снимали патроны и давали солдатам, так как в патронах уже был недостаток. Рабочие с крыши и чердаков снимали коммунистов с пулеметами. Из Петрограда настаивают на скорейшем завершении дела. Еще одну армию доли дохода собрать не удастся. Похоже, если командарм не придумает что-то неожиданное, штурм провалится. Секретный приказ номер 558. Приказываю решительно развить первоначальный успех штурма, для чего при действиях в городе широко применить артиллерию в уличном бою. Не позже завтрашнего дня атаковать линкоры Петропавловск и Севастополь удушливыми газами и ядовитыми снарядами. Тухачевский. Но применить химическое оружие Тухачевский не успел. Голодный паёк, десятидневный бой, особенно последний день с 4:30 утра и до вечера уличный бой, окончательно подорвали силы гарнизона. Форт молчал. 6-дюймовые орудия приведены в негодность, а орудия большего калибра не вращаются и направлены в море. Время уже было 9:30 вечера. Выход был один. Двигаться по направлению к финляндской границе. Так был оставлен Кронштадт. В 11:00 несколько сотен человек двинулись по льду залива в сторону Финляндии. Среди них были Петриченко и Козловский. Бывший генерал не сразу согласился оставить крепость. Он считал, что почетнее принять смерть в бою, чем бежать. Но мысль о том, что погибнув, он уже совершенно точно не увидит своих близких, взяла верх. Как только первая группа скрылась из виду, за ней отправилась другая. Затем еще одна. По льду Финского залива им предстояло пройти больше 7 километров. Оставшиеся в Кронштадте матросы дрались за каждый дом с таким ожесточением, что несколько раз красным курсантам приходилось отступать. К этому времени линкоры «Петропавловск» и «Севастополь» объявили о готовности сдаться. Директива военкома Южной группы Ворошилова. Всех прибывших арестованных из Кронштадта фильтровать самым тщательным образом.
имея в виду, что подлые элементы не прочь укрыться под маской и коммунистов, и сочувствующих. Политработников больше не направлять. Военком Южгруппы Ворошилов. Окончательно захватить город большевикам удалось только к 9 часам утра 19 марта. Оказалось, что перед отступлением линкор «Петропавловск» был подготовлен к взрыву. Все матросы на его борту были арестованы. Арестовывали солдат в фортах, прохожих на улицах. Их было много, тысячи. Тех же, кто пропах порохом, у кого были в мазуте руки, у кого было найдено оружие или листовки Кронштадтского революционного комитета, расстреливали на месте. В газетах в этот день было две главных новости. Заключение мира с Польшей и празднование 50-й годовщины Парижской коммуны. Про Кронштадт ни слова. Им теперь занимается особый отдел. Утром 18 марта, завершая доклад главнокомандующему, Тухачевский произнес исторические слова. «В общем, полагаю, что наша гастроль здесь окончилась. Разрешите возвратиться в освояси». В Петроград стали поступать сводки с цифрами потерь. Приказано отдавать их только руководству, а затем уничтожать. По версии участников кронштадтских событий, погибло 1912 красноармейцев и 3500 со стороны восставших. По официальной версии советского времени, Красная армия потеряла 527 бойцов, повстанцы — около 1000 человек. Захвачено в плен 4500 матросов. Около 8000 человек перешли по льду из Кронштадта в Финляндию. Но в обеих версиях не учитываются те, кто оказался на дне Финского залива. Некоторые историки говорят о тысячах и даже десятках тысяч погибших красноармейцев. Точные сведения установить уже невозможно. Считается, что всего по делам, связанным с мятежом, было арестовано около 10 тысяч человек. Из них расстреляно не менее 2 тысяч. К 1923 году в Центральной России не осталось почти никого, кто принимал участие в кронштадтских событиях. Все были либо мертвы, либо в лагерях, либо переведены в отдаленные регионы. И побежденные, и победители. Город Кронштадт был целиком выселен, в основном за Урал. Из более чем 40 тысяч горожан там осталось 242 человека. Балтийский флот полностью сменил личный состав. 15 тысяч человек были демобилизованы, остальных отправили на новые места службы. Крепость Кронштадт была лишена своего военного статуса и закрыта. Линкор «Петропавловск» переименован в Парижскую коммуну. Спустя много лет телевидение Советского Союза регулярно транслировало якобы документальные кадры штурма Кронштадта. Однако сняты они были через несколько недель после подавления восстания. В учебниках истории до недавнего времени об этих событиях упоминали коротко, как о мятеже группы белогвардейских офицеров. В то время, когда в России разворачивались кронштадтские события, многие коммунисты в других странах успели разочароваться в большевиках. Идея мировой революции, еще недавно пользовавшаяся популярностью, была дискредитирована.
Десятый съезд Компартии взял жесткий курс на борьбу с любым инакомыслием и административное укрепление партийной дисциплины. Однако мятеж в Кронштадте, крестьянские выступления и угроза голода вынудили партию Ленина перейти к новой экономической политике – НЭПу. Продразверстка ушла в прошлое, была разрешена частная торговля, крестьяне смогли вздохнуть свободнее. И хотя эти меры помогли со временем преодолеть разруху в стране, они оказались запоздалыми. Последствия военного коммунизма сказывались еще много месяцев. Зимой 1922 года в центральных районах России и в Поволжье голодали 90 миллионов человек, половина всего населения страны. Умерли от голода более 5 миллионов. А в конце 20-х годов новая экономическая политика была отменена. В стране началась организация колхозов, и землю у крестьян отобрали окончательно. Кронштадт дорого обошелся коммунистам. Падение Кронштадта есть падение коммунистов. Коммунисты могут расстреливать кронштадтцев, но правду о Кронштадте им не расстрелять. Никогда. Степан Петриченко выжил и добрался до Финляндии, где вскоре написал статью «Правда о кронштадтских событиях». Эту публикацию издадут отдельной книгой в Праге в том же 21-м году. Других воспоминаний участников мятежа не существует. Когда в 1922 году рядовым участникам восстания была объявлена амнистия, Петриченко просил разрешения вернуться в Россию. Вместо этого он был завербован органами советской внешней разведки и работал в Финляндии под псевдонимом Берг. После начала Второй мировой войны от него поступило несколько важных донесений о подготовке Германии к войне против Советского Союза. В 1941 году он был арестован финнами как советский агент, а через 4 года выслан в СССР, где был обвинен в работе на финскую разведку, осужден на 10 лет лагерей и умер в пересылке. Командарм Тухачевский сразу после победы в Кронштадте был направлен на подавление восстания крестьян под Тамбовом. Крестьянский мятеж был подавлен невероятно жестоко и эффективно, и Тухачевский скоро стал самым молодым маршалом Советского Союза. В 1937 году он был расстрелян по обвинению в шпионаже, измене родине и организации заговоров Красной Армии. 16 человек, связанные с ним семейными узами, были репрессированы. Жена, братья и мужья сестер расстреляны. Бывшего генерала Козловского в Финляндии ожидали несколько месяцев карантинного лагеря, а затем бесконечные поиски работы. О том, что стало с семьей, он так и не узнал. Его старший сын Николай не вынес унижений заключения и покончил с собой. Среднего Константина расстреляли в 1937-м. Жена и младшие сыновья были осуждены на 20 лет лагерей. И только 12-летнюю Лизу старые друзья Козловского сумели тайно переправить к нему за границу. Обнимая дочь, Александр Николаевич не скрывал слез. Он думал о том, что решение уйти в Финляндию было единственно верным. Фотографии тех событий не сохранилось. Ни одного кадра. Почти все снятое было уничтожено. А уцелевшие снимки со временем были утеряны.
История ослепла. Спустя десятилетия станет известно все, что произошло в Кронштадте холодным мартом 21-го года. Все, кроме тех тайн, которые остались на дне Финского залива.